Встречайте Дэвида Шварца, профессионала в области компьютеров и криптографии, мастера распределенных платежных систем и безопасности, советника, стратега, инженера и эксперта по облачным вычислениям. Дэвид – инженер-электрик. Он получил диплом в этой области в университете Хьюстона, штат Техас, США. Шварц начал свою карьеру в собственной компании – David Schwartz Enterprises, а также работал криптографом в таких компаниях, как Remax, CNN и Агентство национальной безопасности. Шварц, известный как Джоэл Катц, теперь работает главным криптографом в Ripple – глобальной компании, отправляющей деньги, основанной на блокчейне.